Вместо коньков – валенки, а вместо шайбы – теннисный мяч. В Ледовом дворце клуба загородного отдыха станицы Северской состоялся первый Сретенский зимний спортивный фестиваль на кубок митрополита Екатеринодарского и Кубанского. Хоккей в валенках – игра далеко не новая. Первые официальные игры с изогнутой палкой на льду проходили еще при Петре Первом. Боролись за кубок более трех десятков команд из разных районов Краснодарского края. Болельщики горячо поддерживали спортсменов. Организаторами фестиваля выступили отдел по делам молодежи Екатеринодарской епархии, Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Краевая крейсерско-парусная школа. Главная цель проведения фестиваля – популяризация традиционных русских видов спорта и привлечение молодежи к активному отдыху и здоровому образу жизни. Игры шли в двух возрастных категориях. Победителями в категории 18-35 лет стала команда «Аполлония» из Выселок. Ну а в категории 14-17 лет победили наши «Северские волки».